Здравствуйте, это программа «Тема дня» на канале Итон ТВ. Сегодня в студии Михаил Юровский. По сообщениям информационных агентств, королева Елизавета начала процесс передачи власти. С нами на связи по скайпу из Лондона известный журналист Юрий Голегорский. Здравствуй, Юрий. Добрый день, здравствуйте, Михаил. Она же такая молодая женщина, что же ей не имется? Почему она хочет так рано уйти уже на покой? Михаил, я внесу небольшую коррективу. По сообщению информационных агентств определенного уровня, речь идет о таблоидной журналистике, пока официальных сообщений нет. А что касается королевы, она действительно молодая, 91-летняя женщина, которая правит этим королевством с 1953 года и довольно успешно. Так что официальных сообщений от нее пока не поступило. Желтая пресса пишет, ну давайте теперь поговорим о том, что ей удалось сделать за истекший период. Давайте, вот мы можем начать еще, может быть, ее с того момента, когда она была еще принцессой, до того момента, как она стала королевой. Мне это врезалось вообще в память, вот ее фотографии на фоне грузовиков, то есть она участвовала в ополчении, то есть была, по сути, участником Второй мировой войны. Да, единственный британец, который может разъезжать по Великобритании без номерных знаков, но у нее есть права, и не только права на вождение машины, но она также механик-водитель, и она, если понадобится, сама может обслужить, подремонтировать свой автомобиль. Причем я сам этого не видел, но те, кто видел, говорят, что она лихой водитель. Она один раз прокатала у себя в гостях в Шотландии саудовского принца, который при этом был в ужасе, потому что в Саудовской Аравии, как известно, женщинам за рулем садиться не рекомендуется, по меньшей мере. А тут британский монарх посадил его к себе в машину и прокатила с ветерком по шотландским горным дорогам. Ну а в молодости действительно она во время войны была механиком-водителем и чинила автомобили. То есть это реальный такой олдскульный европейский монарх, единственный в мире на сегодняшний день участник войны из глав государств и, в принципе, живая легенда. А теперь давайте уже все-таки перейдем к тому вопросу или к вашему ответу о том, что же ей удалось сделать за почти 70 лет своего монаршества. Ну, очевидно, удалось добиться главного – любовь и уважение народа. Народ безумно уважает своего монарха. И это достаточно увидеть во время празднования ее дней рождения, когда толпы людей без какого-то официального нажима выходят на улицы Лондона и отмечают день рождения любимого монарха. И также по традиции в этот день пабы работают гораздо дольше обычного. Да, это еще один повод для радости британцев. А насколько... Хорошо, давайте теперь к... Может быть, юридическому аспекту обратимся. Правила наследования, они достаточно жесткие. Они меняются, да, но они всегда очень понятны и они очень жесткие. В случае, если все-таки эти таблоиды оказались где-то правы, это изредка, но бывает. И действительно, она когда-то, может быть, через 10 лет, через 20 или еще когда-нибудь отойдет от дел. Кто может рассчитывать на, или должен рассчитывать на наследование монаршеского титула? Хорошо, Михаил, вы усиленно толкаете меня в сторону таблоидной журналистики. Давайте чисто гипотетически. Чисто гипотетически, согласно сообщениям, которые были в таблоидной печати, и я это видел, монарх, которому сейчас 91 год, подумывает о том, что по достижении 95-летнего возраста, то есть через 4 года, передать бразды правления своему сыну, принцу Чарльзу. Для того, чтобы это сделать, она якобы, подчеркиваю, попросила сотрудников Букингемского дворца реанимировать так называемый регентский акт 1937 года, который позволит принцу Чарльзу взойти на престол при живущем и бодрствующем монархе. То есть она уступит престол, при этом останется королевой, то есть она останется королевой-матерью, но царствующим монархом будет при этом принц-регент или принц Чарльз, наследный принц Чарльз. Сложная конструкция, понимаю, очень тяжело понять, но для этого нужен специальный акт парламента,
от 1937 года. При этом минимум три человека должны согласиться, кроме королевы, на том, чтобы согласиться с тем, чтобы этот акт был принят. Это должен быть муж королевы, принц герцог Эдинбургский, и спикер парламента, и министр юстиции. Минимум три человека должны также согласиться с тем, чтобы акт был задействован. Хорошо, а мы вот здесь совещались с редакцией, и мы решили, что было бы более интересно, скажем так, продемонстрировать более свежий подход и назначить королем не Чарльза, а, допустим, принца Уильяма. Насколько возможно, например, вот такой перескок? То есть может ли Чарльз, например, отказаться и в пользу Уильяма, например? Если действительно это процесс передачи, вот если регентский акт 1937 года будет реанимирован, и действительно будет процесс начат? Теоретически такой перескок возможен, и мнение редколлегии и Тон ТВ разделяют также многие представители британской общественности. Разделяет ли его королева Великобритании, честно говоря, я не знаю. Хорошо, спасибо. А теперь давайте уже к более насущным вопросам. Насколько, то есть дискуссия о том, нужна ли монархия, даже и конституционная, даже и такая красивая и приятная, но которая стоит достаточно много денег британскому налогоплательщику, нужна ли она британцам в принципе? Насколько эта дискуссия остра в настоящее время? Дискуссия сейчас утихла, она довольно остро велась лет 10-15 назад. А вы сказали, что монархия – дорогое удовольствие. Вы понимаете, монархия – это скрытый источник дохода для Великобритании. Достаточно вспомнить, сколько туристов приезжает в Великобританию только лишь для того, чтобы посмотреть на смену караула у Букингемского дворца. Речь идет, если не о миллионах, то о сотнях тысяч туристов, которые ежегодно приезжают в Великобританию только из-за того, что Великобритания – монархия. Если отменить монархию, какие еще факторы смогут привести туристов в Великобританию? Мне даже трудно задуматься над этой крамольной мыслью. Может быть, отличная британская еда или красивые британские женщины, но... Вы знаете, в аду повара англичане, милиционеры русские. Спасибо. Это был британский юмор, знаменитый британский юмор на русском языке от Юрия Голегорского. Хорошо, что ж, спасибо за ваше разъяснение, Юрий. Я даже не знаю, что вас спросить, потому что ваши ответы настолько четкие, что они даже опережают где-то мои вопросы. Но я подумаю, и в следующем нашем выпуске обязательно заготовлю вам несколько вопросов для вас. Я буду ждать здесь с нетерпением. Всего хорошего, Юрий. Всех благ. Это была программа «Тема дня» на канале Тон ТВ. В студии был Михаил Юровский и одна из живых легенд русскоязычной журналистики Юрий Голегорский из Лондона. Всего хорошего, оставайтесь с нами, до свидания.